Здравствуй, Дедушка Мороз. А в Новый год под елку не хочу, чтоб ты принес все подряд без толку. В общем, Николай святой, борода седая, разберешься. Список свой ниже прилагаю. Уважаемый Мороз, в новогодний праздник не дари игрушек мне и смартфонов разных. Например, 6-й айфон. Трудно с ним придется. Вытесняет школу, сон и в карманах гнется. И PlayStation не вручай. Я всерьез, не в шутку. Папу можем потерять с джойстиком на сутки. Да, еще мне не дари зимнюю резину. Это все-таки, старик, не моя машина. Кстати, папа говорит, папа точно знает, что подарки все твои родом из Китая. Потому к тебе вопрос, приоткрой мне тайну. Made in Север, Дед Мороз, или Made in China? Не клади под елку мне сладкие конфеты. Так догнать по ширине можем мы тетю Свету. Перфоратор не дари, старый есть на даче. Мы соседям отомстим как-нибудь иначе. Деньги? Не вариант. Разве в деньгах счастье? Счастье в детях. Это факт. Мне в сестричку Настю. Но заказ насчет детей выполним едва ли. Да и мама с папой мне Настю обещали. В том году я попросил что-то из оружия. Ты тогда не подарил. Да и сейчас не нужно. Не дари. Я не шучу. Ни ножи, ни пушку. Ни секунды не хочу я играть в войнушку. А давай наоборот. Вот просить, что буду. Где война у нас идет, пусть случится чудо. Чтобы стали, слышишь, дед, это очень важно. Деревянным пистолет и самолет бумажный. А еще желаю я, как и все ребята, чтобы дождалась семья своего солдата. И звучал веселый смех на просторах. Мир. С Новым годом! Любим всех! Слава Украине!